Здравствуйте, мои любимые, мои хорошие. Сегодня я вас приветствую в новом, отстроенном в Таллине центре, торговом центре. Называется он Таллин Молл или Т1. Очень много шума было по поводу открытия этого центра. Обещают, что здесь на крыше будет построено колесо обозрения, которое будет работать целый год, круглый год, и с него можно будет смотреть на виды Таллина. Что в кабинке можно будет заказать шампанское в кабинку. Ну, вот не знаю, обещают его через несколько месяцев только установить. А сейчас здесь, ну, часть открыта, часть не открыта, в общем, бутиков. Вроде бы здесь 4 этажа, скай-парк интересный, комната бабочек. Ну, это такое из серии развлечений, развлекух для детей и для взрослых. Вот, а сейчас на первом этаже вот мы находимся, здесь все новое, все огромное. Ну и как раз сейчас пора перед праздничной делать подарки, шопиться, в общем, немножко посмотрим, покажу, расскажу, что здесь такого нового. Пока мне, в общем, ничего здесь не поразило, парковка абсолютно занята, все здесь, но как не чувствуется, что много людей, потому что очень большие пространства здесь. Ну давайте посмотрим, что здесь предлагают. Например, первое, что мне попалось на глаза здесь, Таллин Арт Спейс. Какой-то, я так понимаю, бутик или место, где можно посмотреть картины и купить их. Про это я уже тоже много слышала. Вот здесь, видимо, это имена художников. И цены, наверное, тоже здесь. Телевизор, ну не знаю, это современное искусство, кому как. Да, это все продается, я так понимаю. А вот цену не могу сказать, не вижу цену. Ну, вот такое здание, как будто выставочный павильон. Здесь места можно, наверное, здесь периодически проходят какие-то презентации или собрания, не знаю, что здесь. Ну вот, искусство современное. Мне сложно его понять, я не очень понимаю. Ну, цены я здесь тоже не вижу. А это, наверное, как это все делается. Да, смотрите, видите, он делает как раз сердечко. И вот оно здесь. «Живи с сердцем» картина называется. Ну, так, в общем, и в целом каждый подходить не буду. Хотела цены посмотреть, цен не вижу. Мне мало понятно такое искусство, поэтому не будем, наверное, тратить здесь время. Ну вот, например, тоже искусство. А это как это все создавалось. Вот еще один зал с искусством. Простите. А, вот здесь и цены, господа. Вот эта картина стоит 2000 евро. 2000 евро. Вот это вот. Они тут все по две. Каждая из них стоит 2000 евро, каждая. Так, здесь искусство. За это искусство придется заплатить без 1 евро 4000 евро. Эта картина стоит 2400 евро. По 3600 вот эти полуфотографии. И вот еще в одном месте я слышала, что называют это до ремонта. Мне тоже кажется, что это похоже на до ремонта. Так вот, это до ремонта стоит 4900 евро. Искусство, вот это полотно. Оба. Нет, одно. 4900 за каждое. Пришли еще в один как холл, зал, не знаю, центр. Все в мелких трубках, это крыша такая.
4 этажа здесь. И продуктовый магазин «Сервер». Ну, это наш известный магазин. Ну, множество кафешек разноуровневые на втором, на первом этаже, на полуэтажах. Украшения к Рождеству, конечно. Магазин шариков воздушных, смотрите. Как раз к праздникам. Ну, в общем, конечно, красиво. Но как-то я ожидала большего. В общем-то, обычный торговый центр, да. Но, может быть, на других этажах интереснее что-то. Вот здесь, например, проводится фотосессия. Смотрите, как красиво. Вся семья. Семейная рождественская фотосессия. Это студия, наверное, для фотографий. Костюмы можно одеть. Много еще закрыто, чего не открытые бутики. Салон красоты. Сделаны сетки, как ячейки, смотрите. Говорят, что туда запихано, заспрятаны провода, наверное, так и есть. Я думала, что это освещается хоть красиво. Может, оно освещается? Библиотека. Тоже магазин одежды. Смотрите, как интересно. Креативно оформлен. Ну вот и у нас тоже появился сад бабочек, как в Петербурге, если кто был. То туда, правда, толпа большая, туда стоять в очереди мы не будем. Я не очень большой любитель насекомых. Ну вот, в общем, здесь у нас тоже появился-то. Игрушечные, конструктор, прям отдельный магазин, детских много, обувных целый этаж. В общем, как в обычном центре. Вот и здесь огромный-огромный магазин детских игрушек. Вот туда пойдем тоже сходим. Ну вот здесь кафе какое-то. Видите, родители пока кушают, и вид на Таллин красивый. Дети могут вот на такой роскошной горке, прям волшебный, динозавр светящийся. Поиграть. Ну вот, зашли в детский игрушечный, посмотрим. Надо думать что-то о подарках на Новый год. Вот здесь посмотрим. Смотрите, жираф какой встречает. На четвертый этаж. Ну, здесь кинотеатр открытый на 9 залов. И много должно быть развлечений, которые тоже еще не открыты. Скайпарк. Он здесь тоже как игрушечный магазин. Смотрите, дерево. Почта. Здесь как столовая, там вот батутный центр, батутный. Вот здесь машинки, но вся развлекаловка вот здесь для детей.
Мы планируем здесь в следующем году Кристине день рождения сделать. Вот здесь уже детские комнаты, насколько я знаю, открыты для проведения. Девчонки наши уже здесь отведали пирожные, что-то такое вкусное. Ой, молодцы. Ну что, друзья мои, походили мы здесь, побродили. Никакого впечатления потрясающего никто не нашел. Девчоночки вот в кафе посидели. Ну, ничего особого не купили, но, оказывается, Кристине, сестренка-то купила колечко. А мы-то про это и не знали. Так что хоть небольшой презент, но вот здесь девчоночки получили. А так, в общем и целом, впечатления никакого. Обычный торговый центр. Думала, что здесь больше развлечения какого-то, чтобы день провести с детьми или нет. Ничего такого. Обычный магазин, и ходишь от одного до другого километры и не особо. Ну, в общем, обычное рядовое. Впечатление тоже не особо. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.